Мне удалось восстановить справедливость в армии. Знаете, есть солдаты, которые не являются галахитскими евреями. Они могут быть евреи по папе, но не по маме. Когда они идут в армию или когда они идут на войну, их никто не спрашивает, кто у них еврей, а кто не еврей в семье. Но если, не дай бог, они погибают, их хоронили за забором на отдельном кладбище. Это несправедливо. Мне удалось восстановить эту справедливость, и сегодня солдаты, не галахитские евреи, они захоронены на одном кладбище, на одном участке, и я считаю, что это очень важно для нашего государства. Есть еще немало достижений, и я могу сказать, что я не жалею, что я в политике, я сделал правильный выбор.